Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня понедельник, и сегодня я расскажу вам о своем послеродовом периоде на протяжении 2 недель. Как раз-таки сегодня у нас понедельник, и вчера, воскресенье, было 2 недели с того момента, как родился на свет мой сыночек Рэм. Эти 2 недели, сразу хочу сказать, очень-очень тяжелые. Вот, записываю этот видеоролик именно для того, чтобы рассказать вам о тех вещах, о которых обычно не рассказывают. Ну или, по крайней мере, рассказывают как-то частично или рассказывают как-то очень мягко, без деталей, без каких-то тонких подробностей. И по итогу ты узнаешь о том, как на самом деле проходит послеродовой период только по факту самого, собственно, события. Что случилось со мной? Как я уже рассказывала в предыдущем своем видеоролике об истории своих родов, мне сделали эпизиотомию, то есть это хирургический разрез промежности для того, чтобы помочь моему сыночку родиться и появиться на этот свет. Вот. После чего меня долго и упорно зашивали, по-моему, минут 40, и поставили достаточно большое количество швов. Первый день был плюс-минус окей, потому что я была еще там под эпидуралкой, мне там дали еще какие-то, по-моему, лекарства обезболивающие. В общем, я как-то спокойненько жила, и казалось, что вроде бы все не так-то плохо. Приняла рекомендации доктора по поводу гигиены, о том, что каждый раз, когда ты ходишь в туалет, нужно менять либо памперс, либо прокладку, в зависимости от того, чем ты пользуешься. Даже если это каждый час, то все равно это нужно делать. Вот. Потом нужно пользоваться какими-то обезболивающими спреями или все, что можешь найти. Ну и так далее, и так далее. В общем-то, какие-то такие общие истории или общие рекомендации по использованию каких-то препаратов, которые продаются без рецепта, и ты, в принципе, понимаешь, что, скорее всего, они толком-то и не помогают. Но самое первое, с чем я столкнулась после родов, это первый поход в туалет. Обычно говорят, что женщины очень сильно боятся пойти в туалет, во-первых, по-маленькому, и, во-вторых, по-большому. Потому что, особенно если ты разрезана, или у тебя внутренние разрывы, внешние разрывы, и у тебя есть швы, то все это дело жутко болит, когда ты ходишь в туалет по-маленькому, это жжет так, что у тебя глаза на лоб лезут. И плюс ко всему, если у тебя с попой еще проблемы, а в частности, если у тебя есть геморрой, то, конечно же, после родов сходить в туалет – это очень большая проблема. Вот. Для тех девушек, которые планируют еще рожать, это, я думаю, будет на заметку очень важной информацией. Поэтому я точно могу сказать, что вот эта красота, которую я паковала в свою сумку в роддом, вот эта портативная бидетта, которая наполняется водой, и каждый раз, когда ты ходишь по-маленькому в туалет, эта штука меня просто спасла. Она реально меня спасла. Я в первый раз такая думаю, пофиг, все будет хорошо, потому что, ну, как бы там уже, там локальная анестезия, и вроде так не сильно больно. Пойду, схожу, и вроде бы все будет нормально. И я поняла, что я сейчас сдохну, поэтому быстро наполнила эту штуку водой и пользовалась ей каждый божий раз, когда ходила в туалет. Дома у меня есть биде, но, тем не менее, все равно через раз я ей пользовалась, или те моменты, когда я выходила из дома, я клала ее в свой дайпер-бэг, ну, то есть в сумку подгузников, и на случай, если мне нужно в туалет вне дома пойти, я ей пользовалась. Вот, потому что промежность, по крайней мере, у меня болела просто нереально. Вот просто нереально. Помимо этой штуки, я первые дни ходила в памперсе, потому что прокладку и нижнее обычное белье одеть было невозможно. То есть там слишком эти края натирали, а порезали меня как раз-таки с одного края. И было невозможно их одеть. Поэтому я ходила в памперсе и использовала еще 2 спрея. Вот Bottoms Up, который я также показывала в одном из своих видеороликов,
роликах. То есть это такая водичка, которая, в общем, немного, не могу сказать, что прям сильно, но немного она успокаивает, питает, увлажняет и становится просто легче. Ничего так сильно не натирает, как натирало бы, если бы там все было, в общем-то, мега сухо постоянно. Хотя швы должны оставаться сухими, поэтому... Лучше, когда наносишь вот такую вот жидкость, походить без нижнего белья, если это возможно, либо полежать на пеленочке, либо на старом полотенце и просто позволить коже подышать, высохнуть и подготовиться, в общем-то, к тому, чтобы одеть обратно белье или памперс. И второй – это Silver Spray с серебром, гиалуронкой и какими-то там солями. В общем, вот такой вот спрей, он холодит. То есть, когда ты его пшикаешь, он превращается в такой белый порошок на твоей коже. Вот. И эта штуковина вот прямо охлаждает очень-очень сильно. И помимо этой штуки, конечно же, холодные компрессы. То есть, либо это гелевые компрессы, которые замораживаются в холодильнике. В роддоме мне дали бутылку, ну, подобную бутылку, как физраствор, который в капельнице ставится. И кармашек, такой гигиенический, медицинский кармашек, в который ты эту бутылку, значит, помещаешь после заморозки в холодильнике. И туда прилагаешь к своим швам для того, чтобы немного остудить, заморозить и помочь, в общем-то, снять вот эти болезненные симптомы. Также в силу того, что мои швы болели просто адически, то мне дали ректальные свечки Диклаберл, по-моему, да. Но они с диклофенаком. Я увидела, что мой малыш становится таким немножечко неспокойным, и дабы избежать ситуации, когда вот какой-либо медикамент на него действует, я решила от него отказаться и уже просто терпеть боль до победного. Когда я приехала домой, в общем-то, швы мои болели настолько, что я поняла, что я даже памперс уже одеть не могу. Я его снимала и, извините за подробности, ходила дома с голой попой. Благо, у меня кровотечение после родов было не сильным. Я лежала, как эта рожающая кошка, на полотенцах старых. И, в общем, уже мужу сказала: прости, извини, но я не могу, мне очень больно. Вот, и поэтому, в общем-то, пыталась спасаться тем, что ничто не прикасается к моей коже. Вот вообще ничто. И это, конечно, было ужасно. Спустя вот сейчас уже 2 недели эта боль стихла. Я могу обходиться без обезболивающих и, в принципе, носить белье. Но все равно швы еще болят. Поэтому нужно быть готовой к тому, что если тебя надрезали или есть швы, то эта история будет болеть достаточно долгое время. И боль она достаточно интенсивная, поэтому это тяжело. Во вторую неделю меня посетил мастит, что меня испугало жутко, потому что я проснулась утром, меня колотило от холода, у меня была температура, и я понимала, что правая моя грудь, она просто каменная, жутко болезненная, и там есть застой. Я позвонила консультанту по лактации, она мне давала рекомендации, тут же я полетела в магазин, еле-еле купила молокоотсос ручной, не стала покупать автоматический, у Авента, у Philips Авента очень прекрасный молокоотсос ручной, и стоит он в разы дешевле, чем автоматический. Купила бутылочки, купила капусту, в общем, купила обязательно бюстгальтер, и такой бюстгальтер, который похож на спортивный бюстгальтер. То есть специальный для кормления, да, но не такой, там есть они разные, есть такие ХБ, знаете, такие сопливые, то есть бюстгальтер, который ни хера не держит. Вот, такой я не стала брать, а взяла вот прям такой, как спортивный, чтобы под грудью еще была резинка, которая держала бы все это дело, вот, и это меня прям спасло. Отделалась я от этой истории буквально в течение 2 дней, прикладывала малыша чаще к груди и сцеживала буквально 20 мл до того, как прикладывать малыша к груди. Вот. В моменты, когда было совсем худо, плохо, я сцеживала побольше, там и 50 мл и так далее. Вот. Но в основном, конечно же, это прикладывание, частое прикладывание малыша. С температурой я не грела грудь, потому что есть риск, что возникнет инфекция вот в теплой и жаркой температуре. Грудь и так уже вся горит в огне. Вот. И, собственно,
Да, обходилась капустой, сцеживанием и прикладыванием малыша к груди. Муж, конечно же, мне помогал, он взял на себя всю домашнюю работу, уход за малышом, с ним гулял и, в общем, занимался всем-всем-всем, пока я приходила в себя. И вот моя такая рекомендация, пройдя вот именно несколько дней вот этого мастита, я хочу точно вам посоветовать расслабиться и просто лежать, и даже если ваш дом в бардаке, и даже если, там, я не знаю, мужу не сделали завтрак, и даже если там не постирано белье и так далее, просто расслабьтесь, отдыхайте, восстанавливайтесь, лежите и не суетитесь. То же самое, на самом деле, касается и швов. Чем больше ты активничаешь, суетишься, поднимаешь тяжелые, занимаешься домашними делами, тем больше у тебя вероятность, что твое вот это восстановление затянется надолго и упорно и будет очень болезненным. Поэтому, если есть кто-то, кто предлагает помощь, воспользуйтесь этой помощью. Мама пусть приготовит еду, муж пусть ухаживает за малышом, там, я не знаю, пусть уберется, съедет в магазин. Вы лежите, отдыхайте и кормите только малыша. И занимайтесь исключительно своим восстановлением, потому что если вы страдаете в боли и водическом стрессе, вот именно как раз-таки первого вот этого времени знакомства с малышом, да еще и плюсом к этому ваш организм весь болит со всех сторон, то это огромный стресс. Вот это огромный стресс. Первые дни я, конечно же, ночами я просто нервничала жутко, потому что, ну, когда тебе плохо и тебе больно, и еще ты не спишь, ты устал, ты нервничаешь и переживаешь, и не знаешь, как правильно за малышом ухаживать, ну, это двойная нагрузка. Поэтому следите за тем, чтобы ваше восстановление, оно проходило максимально спокойно, и воспользуйтесь действительно той помощью, которую вам ваши близкие предлагают. Это очень важно. Вот, ну а сейчас, не знаю, две недели прошли, я до сих пор, конечно же, восстанавливаюсь после вот моего несколькодневного мастита. У меня болит голова, немного скачет температура, но уже не так. Грудь, конечно же, очень чувствительная, но я продолжаю сцеживаться. Малыш устраивает нам кузькину мать, и мне еще предстоит разобраться, что же новорожденные делают во время бодрствования. Вот если у вас есть новорожденный или был новорожденный, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чем занимался ваш новорожденный во время бодрствования в первые, там, вот, грубо говоря, месяц. Потому что наш малыш, как только просыпается, вот ты все ему сделал. То есть памперс переодел, покормил, отрыжечку сделал, массаж живота сделал, газы все спустил, вот все сделал. А он плачет и плачет, и капризничает и капризничает, и что-то ерзает и ерзает. Ну, то есть нет такого, что он бы лежал и втыкал. Я предполагаю, что они, в принципе, не втыкают и нервничают сильно, когда им делать нечего и заняться нечем. Вот. Но напишите, как у вас проходил вот этот первый месяц с вашим малышом, и как же вы его занимали, чтобы он не плакал. Ну, наверное, вот все, что касается именно моего восстановления после родов, вот это все, больше таких важных каких-то моментов, наверное, у меня нет. Самое, да, важное, это вот как раз-таки мастит, это мои швы, и вот это вот процесс заживления моих боевых ран. Пишите также в комментариях, как вы справлялись с вашим послеродовым периодом, и если вас резали, как для вас это все происходило. Вот, на этом все. На сегодня отключаюсь, да и в принципе отключаюсь я на месяц, потому что нужно, как я уже говорила, уделить максимальное количество времени моему малышу. Вернусь! Обещаю, вернусь через месяц и буду вам рассказывать, как же наши дела, что же мы творили, делали, как прогрессируем и, конечно же, как мои дела с весом. Потому что после роддома и еще, по-моему, 3 дня дома я скинула в целом 10 килограмм. Вот, это меня сильно порадовало. Хотя я расстроилась после роддома, приехав домой, взвесившись, я скинула только 6 килограмм, и я задалась вопросом, черт подери, ребенок 4, значит, там плацента, все такое, да нифига я не скинула. Но вот последующие 3 дня у меня как ух, все ушло, может, это вода, может быть, еще что-то, не знаю. Ну, в общем, на данный момент я скинула 10 килограмм, и намеренно вот уже по своему заживлению активно заняться своим внешним видом. И думаю, вам будет интересно также за этим следить. Но это уже через месяц минимум. На сегодня все. Прощаюсь с вами и желаю вам легких родов. Пока!